tone right there at your dome, fool. Point me a tone right there at your dome, fool. Point me a tone right there at your dome, fool. Point me a tone right there at your dome, fool. Run your mouth, bitch, run your mouth. Welcome to the devil's place. Burning in eternal flames is where your body finna lay. Baker with the double Glock, he's finna break your fucking face. Triple six is what we chanting while we tearing up the place. Run your mouth, bitch, run your mouth. What the fuck you talking about? If you talking all that shit, then let me see what you about. G59 in that motherfucking place. Suicide boys in the mirrors taking over this bitch, man. And they got me clicking, tripping, gripping on my fucking tech. If a buster run his mouth and then I'm aiming at his chest. Resurrected from the dead, new sci-fi. Hit him with the fatal shot, grip his heart and rip it off. Look into the fucking darkness, see the fucking black abyss. Stare into the fucking shadows and begin to run strip the six. Talking to my demon. Все, какие проблемы с вами вообще? Бля. Воркаутная жизнь. Вы нахуй ломаете вообще, блядь. И чё нахуй, памятник тут всякий. Вы нахуй вообще это делаете-то? Идите в спортзал, занимайтесь, блядь. Подтягивайтесь на турнике, блядь. Ёбаный. Подъем с переворотом. Вы чё? Блядь. Спускайтесь. А выход си. Зайдёшь вот так? Да, блядь. Ты в туре, ёб... Похуй, давай, на мув. Ладно. Красавчик. Красавица, Вилька. Блядь! Вы че? Как дебилы посыпались. Давайте, я же сказал, я по очереди иду и вы прыгаете. Видно, что встал. Давай. Делай. Давай. Давай. Я сам их это. Салам алейкум. Еще одна туса. Где что-то? Где попух? Семена.
вообще? Ну куда бы ваши нарамоли, вы бы на крышу громоздились. Загляни через себя вот там, уже пободрали все. Вот посмотри там. Ну как малые дети, а? Да. Все. Чисто. Не-не-не. Решил по хардкору. Ну, красавчик вообще. Давай, Димаш. О, нихуя там Вебстер происходит. Чё, Вебстер? Чё, будешь поботь это? Во, пушка. Бля, я так же хочу. Вон, Игорь, правильно говорил? Нет, ты перед этим пизди сделал. Ну, так. А я соседка. Счастливо. Ильяна. Федрисио. Ну да, что я здесь? Да, прыгаем получше, чем ты лицом на траву падаешь, но ты молодец все равно. Но двушка на самом деле стабильная у тебя. Стабильная. Я как раз сейчас пересматривал видосы, вот буквально на днях, 2006 год, 2007, 2008, я просто смотрел видосы и улыбался, потому что классный, интересный был паркур. Там люди были необычные все, каждый со своими причудами, каждый со своим стилем, со своим отношением, и именно это было интересно. Самая первая компания, которая, ну, в принципе, не самая первая, а самая такая главная, самая важная компания ребят, которых я встретил, это были ребята из ПК-40, это вообще супер, вообще бомбезная история. Мы тренировались на какой-то стройке в одном из каких-то там вообще дремучих районов Калуги, и тренировались вдвоем с парнем. И нас предупреждали, типа, другие ребята, знакомые, то, что, типа, смотрите, там, типа, район вообще хреновенький. Вот, там есть там гопота, может пристать к вам. Ну ладно, окей. Мы треним на стройке, лазим, и подходят какие-то три пацана к стройке и типа: «Э, слышь, пацаны, там что, лазите там? Что, паркур что ли? А что, как подняться?» И мы, короче, на измене, мы на панике, там один взял камень, я взял палку, положил ее так рядышком. Ну это вообще, это было очень прикольно. И пацаны такие заходят, реально, ну наш возраст примерно, кто-то там плюс-минус, ну там плюс 2 года, наверное, где-то. Заходят ребята: «Чё, паркур, да?» «Блин, а мы тоже, а вы откуда?» Так я познакомился вот с первыми ребятами из ПК-40, а потом уже со всеми остальными. Вот. Но очень классные ребята были, очень веселые. Ну, детство, это прям вот реально детство. Сколько нам было-то, там по 14, по 15 лет это всем было. Это вообще было весело. Блин, Инстаграм, ПК-ФР. Зашел, увидел сборку, подборку и просто стал смотреть частенько, так узнал про прикольное комьюнити. Потом оказалось, что это еще команда, и еще и команда с новой школой, которая двигает темы. Ну, вообще, короче, круто. Паркур вообще такая штука, она очень прикольно влияет на личность человека в детстве, именно в период становления характера, в этом прикол. Потому что ты сталкиваешься через паркур со всеми, наверное, социальными аспектами, с которыми ты впоследствии будешь встречаться в жизни. То, что есть некая такая тема, как ответ, который нужен каждому человеку в жизни. Ответ на некоторые вопросы, которые даже можно вот невербальным путем задавать, а чисто вот внутри себя. И многие люди находят этот ответ в разных сферах деятельности. Кто-то в науке, в школе, кто-то в рисовании, художественная часть какая-то, кто-то в песнях, в музыке, кто-то, я не знаю, в политике, кто-то в работе, кто-то в семье. Но вот у нас такой этап был развития, что мы почему-то нашли, ну, по крайней мере, такие люди, как я, не знаю, как ты, блин, ну, вот такие вот, как мы. Мы нашли себя именно в тот возраст, когда становился характер, мы нашли себя именно в паркуре. И именно он стал таким папой, который смог объяснить нам многое, чего мы не знали, и в этом и фишка.
все гениально, оно просто. Если у тебя чешется нога, почеши. Если ты хочешь что-то сделать, встань, иди и сделай. То же самое в тренировках, вот, допустим, я считаю, что любой может иметь высокий уровень в паркуре, во фриране, в акробатике. Все зависит от количества тренировок и затраченного времени. А если ты не затрачиваешь время, то у тебя не получается. А если только тренируешься, то рано или поздно ты можешь прийти к тому, что ты охренительно натренированный атлет, но при этом у тебя нет денег. Вот, поэтому надо совмещать. А совмещать, не знаю, брать паркур, как, допустим, ну, наверное, Влад так говорил, я так скажу, да и многие другие трейсеры, которые занимаются паркуром очень много лет, это скажут. Ты берешь паркур и перекладываешь это в жизнь. Ну, да, это вот, ну, прям стандартная стабильность. Ну, что она значит? Я, допустим, понимаю, что вот есть препятствия, и вот в жизни то же самое. Его надо преодолевать, несмотря ни на что. Я просто взял, вынес этот урок в жизни. У меня нет такого, что я что-то не могу. И поэтому просто максимально делаешь так, чтобы у тебя получилось. Мне кажется, что через какое-то время просто останутся самые сильные ребята, которые будут не просто говорить за паркур, а которые будут, ну, полностью вот прям дышать им. Я даже говорю не просто прыгать, а, ну, то есть именно ты его развиваешь, ты, у тебя нет такого, то, что вот, то, что он тебе не нужен больше. Вот, допустим, я ни разу не думал о том, что завтра паркура больше в моей жизни не будет. У меня закрывался паркур-парк, я знал, что он откроется, он сейчас открыт, у меня сейчас вот летний период, у меня не так много народа посещает зал, но несмотря ни на что, у него есть аренда, и я ее выплачу. Почему? Потому что в этом душа. Я знаю, что в Москве можно прийти и позаниматься паркуром, вот реально в паркур-парке, который мы создали. И нету такого, вот что мне очень нравится, то, что лично у меня пропало... враждебность и пропала соревновательная тема, потому что я понимаю, что именно в паркуре мы все едины. Мы реально одна огромная семья самых охуительных людей на свете. Я считаю, что наше направление самое классное, оно самое доброе, оно самое развивающее. Но, опять же, это мое мнение. Кто-то скажет так за брейкданс, кто-то скажет там за танцы, еще что-то. Но все это херня, паркур самое лучшее. Это мало кого ебет. Мотивировало приходить на спот и видеть известных трейсеров, видеть Байта, Влада, видеть каких-то чуваков и хотеть тренироваться с ними, развиваться. Вот, как-то так. Мне кажется, что жизнь просто не стоит на месте, она меняется, и паркур меняется вместе с ней. Хотя сама, мне кажется, идеология паркура, она остается прежней. Ну, то есть, как бы, если ты хочешь чего-то добиться, хочешь почувствовать себя, просто тренируйся. А меняются сами люди. Мы стали очень зависимы от интернета, инстаграма, подписчиков и прочее. Но надо не забывать про то, что самое главное, что есть ты и паркур, и вообще похер на всех остальных. И так получилось, то, что недавно было 20, а тут ебнуло 29. Я просто сам до сих пор в это не верю, но реально быстро как-то все происходит. Хотя в душе, вот именно за счет паркура, распиздяйство тоже. Вот то же самое вообще просто. Хочется делать более уже все техничней. И вот чем раньше ты это понимаешь, тем лучше. Мне кажется, вот Эрик Мухаммедшин это понял раньше, блядь, 30. И Влад Яровиков, и многие, вот кто понимает технику, вот просто вот... И она во всем, на самом деле, что в паркуре, что в жизни. Если человек идет, он тебя бесит, нахуй, не разговаривай с ним. Но убирать ненужных людей, делать только нужные дела, не заниматься какой-то херней, не тратить время просто попусту на какой-то сраный там Инстаграм, Контакт и прочее. Вот, но, то есть, посмотрел видос по КФР, пошел ебашить. Не надо, блин, смотреть всю ленту. Посмотри, что у тебя, зарядись и иди ебашь. Я считаю, что мы очень много времени тратим в интернете, очень много времени тратим на херню, а мы очень много времени можем тратить на то, чтобы кем-то стать. Я могу сказать за свою жизнь, я никогда ни на кого не работал, я работал на себя, я всегда гнул свою линию, мне было вообще похеру, когда мне говорили о том, что паркур, я и деньги, и паркур, деньги, это все типа невозможно. Все это возможно, все это можно делать, самое главное просто все делать с головой. Если ты хочешь делать хороший бизнес, ты должен думать как бизнесмен, если думаешь как трейсер, у тебя ничего не получится. Поэтому совмещать надо трейсера с бизнесменом. Знания со спортом. Я, наверное, посмотрел просто эти все фильмы и ролики и прочее в таком возрасте, когда у тебя просто... Тебя прям кроет от того, что ты хочешь что-то в этой жизни сделать. Да. Много. Вот, и ты думаешь, что надо что-то сделать, и ты такой... И ты видишь паркур, и человек куда-то бежит, и ты, он такой там сильный, и такие все здоровые, и ты такой, да, вот это мое. И ты начинаешь это пробовать, у тебя это получается, у тебя появляется техничность, у тебя появляются какие-то такие всякие... Ну, не знаю, свой скилл появляется, флоу, и это очень круто, и не знаю... Я не знаю, что может быть круче, когда ты можешь взять и сделать что-то нереальное просто для обычного человека. Когда кто-то из пацанов делает вебстер,
в рост, то, ну, обычные люди, они просто же в ахуе. Когда ты выходишь из кинотеатра, и все такие: вот, в «Мстителях», вот это такой прикольный. Ты делаешь Вебстера такой: эй, киска, я супергерой. Она же в ахуе, ну реально. Потому что, а этот, он рисованный, он там на зеленом фоне прыгал. Ты же реально можешь заебашить нормальную тему. И поэтому я считаю, что нужно просто использовать свой талант. Чё, бегают все, сука. НЛ тема. Спускаемся, говорю. Долго я буду просить? Я сказала, спускаемся, кадра не получится. Кто сказал? Я вам говорю. А почему? Ну, а потому что территория школы. А почему не знаем, что территория школы? Извините, а кто будет за вас нести ответственность? Я? Снимать, снимать, пожалуйста, но не прыгать и не травмы себе наносить. А почему травмы? Сейчас вы прыгнули, ногу сломали. Мы же травмы не наносим. В травмпункте будет зафиксировано, что на территории школы. Мы же себе травмы не наносим. Нам не пойдем, конечно, мы просто прыгаем. Подумай, что мы себе травмы нанесем. Я к вам подойду. Ок? Не ок. Давайте ок. Я не собираюсь отвечать. Хорошо, он за ваши травмы. Спускайся. Спустись, вот пожалуйста. Вы сейчас ему говорите, он сейчас сломает. Спустись. Я сейчас все равно прыгну. Что вы говорите. И то, что вы кричите, ничего не мешает, ничего понимаете? Не мешает, да? Я не кричу, я говорю, спуститесь, пожалуйста. Спускайся, Микс. Ну спусти, вот он. Серьезно спустит, вам говорю? Способ. Спускайтесь и выходите за пределы школы. Кстати, снимают за пределами школы? Снимайте, где хотите. Прыгайте за пределами, если вам так хочется прыгать. Это ментальный паркур. Да, так, ребята, хотите вон горка, пожалуйста, прыгайте так. Горка. Да, горки мы уже великоваты. Ну а здесь вы тоже, извините, великоваты. Нет, спуститесь, пожалуйста. Окей. А, да, давайте, мы с ними любим общаться. Нет, почему? А если ногу сейчас сломаете? Не сломаю! Не сломал. Велиководство, а да, конечно. Орать на нас перед тем, как парень в прыжке стоит, тоже очень много надо. Очень умно. Очень умно. Орать-то. А травмы себе наносить умно? Вы думаете, где виноваты? Вы прыгаете? Надо какой говорить, пример вы детям подаете? До свидания. Хорош. Плохой. Злой. А, сука! Сука! Я лежу. Что он делает? Я победил его, блядь. Тема. Блядь, ты чё, ёбка? Второй раз, блядь. Бумбрейкер, блядь. Жопа! Сейчас пиво пройдет. Ты два глотка выпил. Так молочная кислота отошла? Пройти должно, блядь. Дальше надо пиво. Что это такое? О, нихуя себе. Ляшка горит, пизда. Фитнес, хуитнес. Я ухожу. Фитнес. Ухожу и останусь тут такой, как есть. Кумбер. Здорово. Ляшка. Здорово. Ну, собственно. Просто скажи, что вам хочется. Общая тренировка, блин. Собрали, блин. Ёпта. Кого-то. 8 человек. Парк Сокольники. Парк Сокольники. Ага. Объясни, что произошло. Увидели, как прыгают ребятки и хотят маленького, чтобы да. Начался так же. Да, мне палец просто порезал. Ну, типа, все нормально, не парьтесь. Реально все норм. Черный такой, черный. Он хочет смотреть и подобрал, спасибо. За паркур. А вы заниматься, да, говорите, ему тоже надо где-то? Да, он. Есть секция, школа паркура, Black Panther называется. Смотрите, могу ввести. Ты что, хочешь? Давай два. Цвет, давай. Заряд нахуй. Напряжение на ноль. Ой, бля, такая музыка играет. Да ты чё? Сука.
тяжесть. Бля, я уже не могу. Ничего не знаю, ты только начал сейчас. Смотри, как это. Тимофеев только делает такие вещи, чтобы резался уже. Когда успел, только пиво, блядь, открыл. Опа! Так, 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 отлично. У вас всему глава! Начальник охраны. Да! Ты чё, блядь? Ебать! Что делать? Я думал, ты бежать не будешь. Я тоже. Давай! Алексей Попов, лучший фрирайнер города Усть-Илимск и Усть-Илимской области. Перед вами наркоман, сатанист, алкоголист, батутист, паркурист. Раньше паркур был, бля, как вид спорта для нищих. То есть, если у тебя не хватало денег на доску или на что-нибудь еще, то ты как бы покупал коленджи и занимался паркуром. В любом случае, видео на Ютубе и Инстаграме – это какая-никакая популяризация. Те люди, которые знают меня по видосам, они знают и о паркуре, полагаю. Короче, начинал заниматься с чуваками, которые любили срать в самых людных местах города и потом хвастаться этой хуйней, короче. Вот, потом через какое-то время я связался с ребятами посерьезней. У нас была команда Free Flight. Да, нормально, да? Это вообще нихуя не мейнстримное название такое вообще для паркура. Это почти как Urban Runners, Free Runners, паркурин, Street Fire Clan. Ни для кого это не было каким-то прям вот стилем жизни, чем-то таким прям очень большим. Все относились к этому как к увлечению, скорее всего. Но в молодом возрасте, когда тебе не нужно думать о том, чтобы там покушать завтра, ты приходишь после школы и ты тратишь все свободное время на то, чем тебе нравится заниматься. Но не факт, что ты будешь заниматься этим дальше. Поэтому моя компания — это абсолютно разношерстные ребята, которые сейчас занимаются кто граффити, кто рэпом, кто чем, кто на заводе вискас упаковывает. И как бы, типа, ты мог заряжаться одним видосом в течение полугода, смотреть его каждый день и выходить на трену после него и думать, блядь, ну мне еще пару лет точно к этому идти. Потом в какой-то момент я убил их всех нахуй. Ты приезжаешь в Европу, и в большей части стран паркур – официальный вид спорта. Паркуром занимаются дети с самого пиздюшечего возраста и вплоть до людей по 50-60 лет. И как бы люди относятся к этому серьезнее намного, чем у нас. У нас же как-то сейчас, ну, я считаю, что все загибается немножко. Приехал я недавно в Швецию, подходит ко мне Александр, говорит: «Чуваки, ПКФР, вы делаете лучше всех в России, мы за вами следим, вы красавчики». Меня это замотивировало очень сильно, сказать всем, что мы красавчики. У нас большое будущее. Мы тащим паркур на Запад, и однажды мы сделаем так, чтобы все было красиво. Но сейчас все очень плохо. Сейчас никакой поддержки от правительства, от кого угодно в нашей стране ждать не надо. Ждите поддержки от ПКФР. Мы едем к вам, ждите новых видосов, ждите нас в туре, мы вас прокачаем, пацаны. 12, 13, 14 год, то есть вот пик как бы как раз нашей деятельности. Так получилось, что просто вокруг меня собрались безумно творческие, безумно классные люди. Та медиа-отдача в социальные сети, вот те мероприятия, которые мы делали, мне хочется верить, что они сыграли определенную роль там в становлении паркур-сообщества. Вот, после чего был квадрат. Вот, ну, мы шутим теперь с друзьями, что в России есть такая традиция раз в год закрывать паркур-парк. Вот, и мы внесли свой вклад в эту традицию. Вот, мы открыли паркур-парк.
очень, при том, что это было безумно классное время, все очень с ностальгией его вспоминают. Конечно, эта здоровенная махина сожрала все типа имевшиеся деньги, ничего не принесла, и пришлось закрывать. Вот так же, как открыли там спустя чуть меньше года. Вот, но тем не менее, очень было классно. Для большинства ребят вроде меня, вот, которые звезд с неба не хватали в плане скилла, ребята там типа Tracers, вот реально первые там несколько составов, Tracers, Parkour Creations были такими практически живыми богами, потому что, ну, тогда YouTube только-только появился, то есть они там первые, кто снимали видосы, вот вышла там настоящая история в какой-то момент, начались паркур-фестивали в Лужниках, то есть там первый, второй, третий, потом я помню в 2010 году, я помню очень хорошо, я тогда впервые вживую увидел Дэвида Белля, в 2010 году они привезли в Лужники эти портовые контейнеры, нагромоздили огромную площадку, просто гигантскую, привезли самого Дэвида Белля туда, вот, то есть устроили какой-то безумно офигенный фест, а я стоял внизу, смотрел, такой, нифига себе. Вот это да, я, ну, как бы мне вообще хоть как-то в жизни, чтобы свела меня, чтобы жизнь с этими ребятами, а потом в итоге я со всеми ними перезнакомился, вот, среди них были как там очень классные ребята, так и не очень классные, как и, в принципе, в любой сфере, всякое бывало. Вот, еще была группа NRG, многие, может быть, ее помнят, у них было три трека, которые в 2007-2008 играли вот из телефончиков у всех трейсеров, которые тренили на улице. А потом на 10-м фестивале они презентовали еще три трека, никто ни слова не понял, в итоге в сети я их потом не нашел. Так закончилась история группы NRG. Ну, в какой-то момент, то есть вот 2011-2012 год, так вышло, что многим ребятам пришло в голову, что этим же можно жить, с этого можно зарабатывать деньги. То есть начали как грибы после дождя расти вот, компании сначала, там бренды широких штанов, потом у каждого дурака появилась своя федерация после того, как все перессорились, все начали пытаться там, выжать денег из государства, потом все поняли, что государству не очень все это интересно, и государство поняло, что ему это не очень интересно. Но в процессе я, как бы тоже будучи вовлеченным вот в эту движуху, нашел огромное количество друзей, огромное количество безумно интересных творческих людей. Многие из них мне стали родными, вот, и сейчас я до сих пор вращаюсь вот именно в этой тусовке, не собираюсь ее покидать, вот, и очень надеюсь, что так будет как можно дольше, пока не помру. Спартак или Масов, он типа и роллер, и диктор, и стенси. Да? Я бы просто за энергетику бы даже что-нибудь не чувствовал.
Йоу. Дальше, дальше. Когда ехал не со мной. Это нормальный персонаж, блядь. У меня мотивация только сейчас появилась. Санёк, научи паркуру женщин. Нет, мне сына надо, мне сына. Он не показал то, что вот эти дети умеют, это все ерунда. Отойдите! Дети, дети, уходим! Блядь! Не, просто тут спать было где-то. Давай еще раз. Блядь, сука! Понимаете, я просто, я думал такой, ну, я что-нибудь сделаю, а турник что делаешь? Банан. Это нормально, по-твоему? Я вообще больше не буду, правда. Шахматы, иди играй. Хорошо, спасибо. Спасибо. Паркур, полиция. Вот так нельзя делать. Только паркур. Маленький термаш. Тутеры, я нашел вам новые сетки. Хуесосеры, ёба. Еба. Че, где чекпука, блядь? Качественные сетки. Очень качественные. Самое главное, что очень безопасные. Ну, да. Я сейчас
места сюда прыгал, сбивает как пиздец. Вот сейчас бы я сделал. Я работаю здесь в торговом центре. Это наша территория, Уважаемые, смешного я ничего не вижу. Еще раз говорю, территория торгового центра. Я работаю в торговом центре. Что смешного? Скажите, что мы можем сделать? Что смешного? Еще раз повторяю. Что вы сделаете? Территории смеетесь. Смешного ничего не вижу. Я за безопасность смотрю. По ним на то пошло, дорогой мой. Мало ли что там делается. Что мы делаем? Здесь фотографии на месте. Нет, это запрещается. Это запрещается. Мой первый видос снимался на мыльницу, которую я вымутил то ли у бати, то ли у друга, короче. Попросил друга смонтировать эту херню, короче. Он смонтировал мне видос под Скриликса и написал: Кирилл Анатольев, фриран. Моя популярность в паркуре, если это можно так назвать, короче, там 50 на 50, началось как раз таки с ПКФР, потому что, ну, опубликовали самый первый видос, когда в ПКФР, и все, пошла эта движуха, короче, сначала, то есть, просто опубликовали видос, я охуел, думаю, нихуя себе, на ПКФР опубликовали, короче, а потом мы, соответственно, познакомились со Скитой и уже мутили какие-то, уже, ну, блоги, да, как бы вещи всякие поинтереснее, которые, короче, всем которым респект, пацаны, как бы, блядь, навечно на моей руке, короче, которые, это было клево, короче, вот, ПКФР респект. Я сейчас очень часто прохожу мимо старых спотов, на которых я тренил, мимо каких-то новых спотов, которых я никогда не видел. И понимаю то, что, ну, типа, я не могу просто вот взять сейчас по кайфу, там, скинуть рюкзак, куртку, короче, и так далее. И просто, типа, затренить нормально. Потому что, ну, типа, блядь, колено мне это явно не позволит. Вот. Да, блядь, мне на батутах, как бы, еле-еле позволяет. И то вряд ли, короче. Вот. Но хотелось бы, короче, убрать эту хуйню. Хотелось бы сделать операцию на колено, чтобы... Взять сезон, сделать операцию на колено, чтобы не то что развиваться, да даже меня не особо вдохновляет вот желание развиваться в паркуре. Мне просто типа прыгать по кайфу. Типа мне нравится крутить сальтухи, да, там мутить что-то креативное. И сейчас мне, короче, колено это не позволяет. Поэтому единственное, что я хочу сейчас добиться, это просто. Ну, сделать операцию на колено. Короче, мне нравилось, что не было рамок и что тёлки ведутся на эту хуйню, на сальтухи и всю хуйню. Ну, это обычная такая начинающая, детская, юношеская такая атмосфера, когда вы просто вместе горите чем-то, и у вас большие планы на будущее, но вы не знаете, что делать, кроме как пойти во двор и попрыгать. Так, ну, в паркуре, на самом деле, мне хочется только выиграть пару чемпионатов мира, чисто для ачивки. А все остальное, мне хочется просто развиваться с парнями и снимать красивые творческие видеоролики. Окружение способно поглощать в себя, как водоворот. И у меня постепенно просто это окружение было все больше и больше. Именно вот паркур тусовщиков, вот акробатов, трикеров. Чем больше я занимался, тем больше людей я узнавал, и тем больше меня поглощало в эту тусовку. В паркуре мне нравится больше всего атмосфера. Именно то, как мы с ребятами просто выходим и вместе тренируемся. Особенно мне нравится, что неважно, знаешь ли ты человека или нет, в каком он городе, в какой стране, ты можешь спокойно ему написать и говорить: парень, я вот паркурщик из Тольятти, можем с тобой встретиться, потренироваться. Он тебе еще предложит пожить у него, может, поснимать вместе видосик. В общем, это сближает очень сильно людей, которые даже не знакомы друг с другом. Поработал в Дюсалей полтора года, это был нереально крутой опыт, и тоже именно это единственное... Фак. Это первая работа,
где я прыгал именно паркур, и это было очень, конечно, прикольно. Тут в коммерции типа танцор, акробат и так далее, а в Дюссале я был именно специалистом по паркуру, где мы прыгали паркур, и это было очень круто. Ну, это мы приняли, получается, что ли, это? То есть мы такие, блин, прикольно, давайте валяться в грязи где-нибудь, да? Там, я не знаю, там на... Давайте валяться на асфальте, падать, кувыркаться. И автоматически у тебя какие-то комплексы, они, знаешь, как грязь с тебя отталкиваются. То есть ты такой, о, давайте тренироваться там в широких штанах, там где-нибудь повиснуть. На тебя люди смотрят и думают, что за долбоебы. А ты прекрасно понимаешь, для чего ты делаешь, тебе это доставляет огромное удовольствие. И ты себя настолько раскрепощеннее чувствуешь, настолько открытым, настолько бескомплексно. Мы все едим. Все, грузитесь, я пойду. Нас четверо, вот, и можете прям напрямую направлять свой вопрос кому-то. Потом твист я ускоряю резко, у меня резко заходит. У тебя твист без группы сейчас? Да. Ну так и хули возьми на ноги задку. Ты что-то глюк, наебать. Давай. Бля, она заебала у нас. Да. Четко, сейчас посохнет. Успокойся, да. Что ты корёшь? Нахуй вещи, ёпта. Нахуй, ёпта, бля. Ну ёпта, ёпта, бля. Да, бля. Да, бля, дегенде. Сука. Ты генде, бля, это вообще разъеб. Эй, бля. Сука, ну это 2016 года. Диген. Чистота, бля, вообще. Чистота. Ну если сюда кто встанет, то я успокоюсь. Бля, не подходи туда. Давайте, ну. Бля, ребят, будет хуёво, если вы приедете сюда, и тур для Ислама тебя здесь закончится. Да, просто дальше тур продолжается без Ислама. Да, да. Да, вот здесь Ислам решил, что не посетит нас. Точно, да, да. Или ты так по улице в школу шел? Всем привет, друзья, с вами Скита, это ПКФР обзор хаты. Прямо сейчас мы находимся в паркур-туре, и хотелось бы рассказать вам о том, как мы едем из Казахстана в Кунгур. Это койка Васяна, моя коечка, собственно, со всеми удобствами. У Васяна удобства меньше, но я ему отдал свой матрас. Это днище нашего притона. Здесь как бы все сразу у нас сидят ребятки, но вода как бы на второй полочке. Так, сука, чё? Братан, ты жив? Ебать того хуй! Татами встал! Я вообще в ахуе! Да? Татами сюда встал! Отбей, кулак! Все нормально! Да, я в воздухе! Сука! О, опа! Ой. Стенки, вот это все берем, складываем вот там вот в стороночке где-нибудь. И вот эту большую хрень, потому что вам тоже надо унести. Давайте по крайней мере. Я сейчас материться начну. Все, Юля, тихо. Сейчас тихо будет тебе, сказал, убираем. Все, видишь половину. Вот эту штуку нужно убрать. Да. Я не знаю, где ее хранить, ее надо убрать. Сейчас, чего? Вот это все надо убрать. У меня через полчаса уже нужно убежать люди. А вы еще вот стоите. Я знаю, что снимает нас сегодня Петр Бабиков на крутую аппаратуру. За это ему... Я хочу поддержать, дай пожалуйста. Все желающие, абсолютно. Идем к нам. Сгопал пса.
Пидор. Перми. Пидор. Поносный. Поносный. Пес. Паскудок. Пиздобол. Это все к букве П. Пряник. Пушка. Папа. 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 Что у вас много у всех свои желания, ну на, тоже совесть иметь, я одна, вот, на ебать. Я и буду как швейцар каждому открывать всю ночь. Да я вас попросил ключ мне дать, я бы открыл, закрыл и принес ключ. Я еще раз говорю, я не оставлю на вас открытым здесь, вы поймите. Женщина, вы здесь работаете, я не отдыхаете. Даже если я ушла в самую, вот, на работе. Я вся избегалась сюда, я из самую раз 15 понялась им открывать. У меня есть другие обязанности есть. Я ведь не резиновая, сутки-то на ногах. Вы-то поспали, а я-то сутки на ногах должны оставаться. Мы 20 дней уже работаем, сейчас едем, я вам скажу, и тоже устали. Вот отдыхайте. А Костроме такой хороший отдых, а так плохо ночуем, это капец. Что будет? Отдыхайте, я что у вас? Спать не разрешаю, отдыхать не разрешаю. Все хорошо. Ну я не знаю, как паркур в общем типа был раньше, а... В мое, типа, когда я занимался, у нас прям тусовки собирались, мы прям человек по 40 прыгали, вот, ну, на споте там, ну, было, короче, очень круто. А сейчас как-то это очень редко происходит, тусовки прям реже-реже, и это очень грустно. Хотелось бы прям every day. Я в интернет вообще ничего не выкладывал, никаких видосов, ничего, то есть я как бы смотрел, ну, я даже не смотрел, наверное, просто как-то... Не знаю, мне не нужно было ни видео, ничего, я просто прыгал, а потом типы вот, с которыми я прыгал, они говорят, типа, надо тебе видос снять, типа, классно получается. Я такой, ну, бля, типа, я вообще не люблю, когда меня снимают, но типа, давайте. Вот, и что-то как попрыгал. Ну, в интернете, когда первый видос появился, я так, ну, типа, уже который вот, ну, с большим количеством кадров. Что там? Нет, появился, короче, когда много кадров, там 5-минутный видос, я смотрю, меня опубликовали там в некоторых пабликах, по кафе опубликовали, смотрю, типа, ну, пишут то, что, типа, йоу, кентуха вообще красава, типа, могёшь там, я такой, блин, классно, типа, ну, приятно, что, надо продолжать, типа, движуху эту, к тебе бы зайти надо по-любому, я, кстати, давно не заходил, если что, только не харкайте в баланду. Сука, да не, я шучу, харкайте, я не заходил. Кто-то, не знаю, уходит в другой там спорт, или кому-то из-за травм надоедает, он типа, ну, все так отсеиваются, вот, но в дальнейшем, не знаю, как бы останутся самые крепкие, самые сильные, будут запад ронять там, как это называется. Если наблюдать за Западом и смотреть видосы, то можно увидеть огромное разнообразие залов. Не просто батутных центров, как у нас тут понастроили. Во-первых, нужно оставить о себе след в истории паркура и фрирана, и не только. Работать на более широкую аудиторию. Допустим, если ты ставишь себе безумную цель, так как сделал это я, то тебе надо стать безумцем, надо быть одержимым своей целью. Стараться оставить о себе что-то. Стопудово о тебе забудут через лет там 10-15. Скажут, кто такой, типа, ЖКРН, да хер его знает. Сейчас вон подойди к любому пиздюку, который занимается паркуром, скажи, кто такой лобака, он скажет, ну не знаю, слово какое-то. Я прям осознал вот в 2014 году, что я хочу относиться к паркур-движухе. Я хочу тусоваться именно с этими ребятами, хочу делиться опытом, хочу, чтобы со мной делились опытом и быть чем-то в этой движухе. Смотрите, 50% федерация гимнастики, 50% паркура. Это будет через года 2-3. Просто сейчас это сёр между федерацией паркура, федерацией гимнастики и паркуром. То есть на самом деле начинается пиздец, но, скорее всего, возможно, это не затронет тех, кто не пытается как-то продавать свой бренд, делать какую-то движуху на паркуре. То есть, допустим, стореры, да, у них это, блядь, смысл жизни, заработок. Это их хлеб. Федерация гимнастики, возможно, отоберет у них это. Ну, там, не полностью, но процентов 50 точно. Потому что чувак будет
думать, нахера мне покупать какие-то шмотки там у каких-то чуваков, смотреть их видосы, если я могу пойти в зал, в котором меня пустят, в котором я буду тренироваться, и потом буду на Олимпиаде херачить. Ну, раньше паркур был, как и сейчас, в принципе, движухой. Но раньше движуха была другая. Конечно, можно на это смотреть, как, например, сейчас взрослые люди говорят о том, что вот, в Советском Союзе было лучше. Ну, не факт, что реально было лучше. Просто воспоминания теплые из-за каких-то приятных моментов. Вот. Поэтому было очень много приятных моментов, но это не значит, что сейчас плохо. Сейчас можно такие же моменты создавать. Движение как бы затихает маленько, но в целом просто все немножко трансформируется. Это не значит, что все плохо сейчас. Короче, у меня брат занимался паркуром, и он мне сказал: нет, ты не пойдешь с нами, ты слишком мелкий, ты нас не догонишь и так далее. Я думаю, ну блин, все равно прыгать хочется, я пошел там один сначала прыгать. Потом нашел компанию, чувак приехал с другого города, написал мне в интернете, списались, сказал: ну вот, я тоже паркуром занимаюсь. Я такой: офигеть, я буду не один прыгать. Все, мы мутили вдвоем с Альтухи, манкосы и так далее, все, что видели на видосах. Повторяли, пытались что-то свое придумать. Снимали видосы такие, блин, на телефон, пиксельные, очень смешные. Был форум sibnet.com, по-моему. Вот, на сибнете выкладывали видосы с паркуром, и там всякие чуваки вообще, ну, далекие от этой темы, писали: офигенный трюк. Там я увидел впервые видосы Лобаки, многие видосы Дэвида Белля, каких-то французов крутых, команды Адреналин, там еще такие треки были. Тусовка людей, которые занимаются одним делом, она их сплочает, соответственно, еще больше новых совместных интересов становится. И не сказать, что именно паркур — это именно та тусовка, это именно паркур — это стиль жизни. Паркур соединяет много ребят. В паркуре популярно видосы снимать, соответственно, много ребят научились круто монтировать, начали зарабатывать этим. Кто-то там графику рисует, кто-то фотки крутые делает, соответственно, двигаются дальше, но не забывают о том, что было в начале. Я думаю, главное не забывать, с чего начинали мы. Там мало где паркуришь. Вот по девятиэтажке нормально. Можем показать. Там оно длинное, да. Можем показать. Ну ладно, не надо, чего уж. Мы уж никуда особо не пойдем, наверное, отсюда. Ну да, тут хорошее место, тут это длинные эти обрывы. Удобно и прямо... Для вас, да, самое то, чтобы научиться. Ну, вам повыше там надо, так. Да. Давай периодически выходить учиться. Давай завтра. А то я задрочу все время, весь день в компьютере на Паркур — это помощь. Ебать, тяжелый. Сука, ты заебал. Вперед, брат, а иначе у тебя брата не будет. Блять.
А я ведь не снял. Ну я снял, как бы, но. Ну, в принципе. Давай, поехали. Я готов, снимаю. Не сделаешь, пидор. Раз. Все, до свидания. А, ты че? Переделаем. Давай. Йоу! Паркурщики, лохи, смотри нахуй, ёбаный рот, нахуя себе ты посмотри на... Охуенно, блядь. Еще этих пидорасов и снимай. Да, давай. Давай. Работаем. Thank you.
Да ну так, даже не особо, не особо. Сильно, да?